76 человек – прирост заболевших коронавирусом в Чувашии за сутки. Общее число зараженных в республике – 1863 человека. Эти данные приводит Федеральный оперштаб. 559 выздоровели. При этом Чувашия попала в топ-3 регионов по эффективности борьбы с COVID-19 в одном из направлений. Рейтинг составил экспертный институт социальных исследований на основе ежедневного мониторинга по 5 категориям. Наша республика попала в список успешных территорий по мерам поддержки медицинского персонала. Туда же вошли Кемеровская и Самарская области. Полагающиеся медикам федеральные выплаты за работу с ковид-пациентами в Чувашии доведены до персонала в полном объеме. По данным Минздрава, на эти цели регион из федерального бюджета получил 333,5 миллиона рублей. Доплата, как и планировалось, направлена специалистам бригад скорой помощи, работникам поликлиник, стационаров за особые условия труда и дополнительную нагрузку.